Девушка свечку держит. Все 60 за двух с первого раза. Я помню. Ножик у меня. Давай. Ты все главное. А что за то? Чизкейк. А я ни разу не удивила. Нельзя, Наталья. Я тебе все расскажу, можешь не плакать. Что ты вытащил их раньше времени? Пусть бы стояли. Так красиво. Вадим Олегович написано. Ладно. Как украинцы, так и враги, а как что-то... Зачем стояли, когда его резали? Уже не говори. Хочешь про хохлоги для валяния? 0,6. Нет хохлогов, вы не отсюда. 6-0. Есть. 6-0. Они победа же за это радуют, что есть. Кто сало, сало, что ест, тот не хохол. Нет, а они же радуют, что есть. Хочешь, расскажу тебе? Давай, конечно. После кораблекружения русские и евреи на охоту. Нет, Оль, не спорь. На остров выбираются, чуть живые такие. Ёпки, давайте едем, что живые, а? Выплаты такие. Сразу немцы выбегают. Банан. Попутали их. Эй, к вам где туда, на лобное место. Вот такой сидит, говорит, ну что? Оля. А мой, наверное, хотите? Говорит, да, что, есть возможность? Да, конечно, есть возможность. Много. Штука баксов и лодку даем. Вы хотя бы это съешьте. Или, говорит, всем плечом, пропускаем вас. И тоже лодку даем. Или, говорит, мешок соли съедайте, тоже лодку даем. Вопрос нет. Выбирайте сами. Русский такой, говорит, может, говно вопрос. Вот две штуки быкарей. Мы сейчас еще раз делаем. Вот. Лучше лодка, давай езжай. Сучил вы? Еврей такой. Племя-то там у вас большое. Сережа! Племя-то у вас там большое. Поклонился всем племени его. Прошли. Дают лодки, говорит, твои пять. Вы не, мешок соли давайте. Сережа, сынок. А? Ира, будешь торт? Сейчас я еще. Нет, на, нету. Валя, будешь? Сейчас я еще принесу, подождите. Ну. Серега, да. Я говорю, давайте мне. Не надо. А можно что-нибудь? А давайте тащите мне сок соли. Сейчас принесем, сейчас еще. Ложка сидит, херачит. Сейчас еще принесем. Ест. Сейчас еще принесем. Ложками жрет. Там не видно. Херово, просто. Не могу. Что, племя-то у вас там большое? Может, пока не есть. Ну, тем устраиваются. Ром, возьми кусочек. И пошли. Надо сразу определиться с свечами. Ладно, прошли такие. Он проблем. Давайте мешок соли. Сейчас еще принесем. Лучше доедать буду. И опять дальше. Ест. Блевать уже не знаю. Соли. Что там у нас в племени осталось? Сейчас еще один. И опять выстраиваются оставшиеся. И дальше он. А, лучше полить нам. Ну, стойте! Стойте нахер! Вождь, на тебе 1000 баксов. Все, давай лучше. Сейчас.
А рюмочку найдете? Кому? Под тортик.